Сегодня отмечается 73 года со снятия блокады Ленинграда. По всей России проходят памятные мероприятия. Музей воинской славы Междуреченска встречали ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города, которые пережили эти страшные 900 дней блокады. Пенсионерка Валентина Старикова почти ничего не знала о своем отце Александре Кученкове, участнике Великой Отечественной войны. В годовщину снятия блокады Ленинграда Музей воинской славы преподнес ей подарок – информацию о судьбе и месте захоронения Александра Григорьевича. Он погиб во время прорыва вражеского окружения. Я сколько лет не знала, где он находится. Вот спасибо добрым людям, спасибо. Дай Бог здоровья тем людям, которые помогли мне. Мне так легко стало. Мероприятие продолжилось встречей участников общественной организации «Дети блокадного Ленинграда». Кира Боровикова принимала новых членов, уже потомков, детей блокадников.